Твойнефтекамск.рф. Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений. Барахолка. Пиши по-русски. Твойнефтекамск.рф. Настольные игры, в отличие от интернета, сплачивали целые семьи. Скоротать вечерок за столом, играя вместе с детьми в лото или ребусы, предпочитали многие. Это не онлайн-игра, где ты один на один сражаешься с невидимым противником. Первые настольные игротеки, так и организаторы назвали свои посиделки, прошли в библиотеке на площади в эти новогодние каникулы. Позвонил индивидуальный предприниматель и с инициативой провести на нашей базе библиотечной системе провести игры характера настольного, детского, домашнего, семейного. Тем самым мы не отказали и хотим с ними сотрудничать. И хотим же также проводить мероприятия раз в месяц, такие мероприятия. Вот за два дня, не оповещая в СМИ, порядка 60 человек было. Игротеки с настольными играми планируют проводить каждый месяц, причем совершенно бесплатно. Можно прийти одному или с друзьями. И не только поиграть. С 14 по 30 января Центральная библиотечная система объявляет творческий конкурс «Зимняя сказка». На конкурс принимаются литературные и изобразительные работы на тему зимы и Рождества. На конкурс мы принимаем работы как литературные, так и изобразительные. К литературным мы можем отнести стихи, прозу. И многие дети очень пишут сказки, любят сами их иллюстрировать. А к изобразительным мы относим любые рисунки, любые иллюстрации или рождественских сказок, или зимних сказок. Прием заявок и работа осуществляется до 28 января включительно. Возраст и уровень мастерства участников не ограничен. Их разделят по различным номинациям. Поэтому шанс стать победителем есть у каждого. Авторы лучших работ получат ценные подарки и призы. Лилия Гарифуллина, Ильшат Исламов. Время новостей.